Эту команду нам предстоит победить, но этот парень — твой главный соперник.
Отлично, Даниил. Великолепно. Наши доходы растут. Если вы хотите участвовать в гонке, вам нужен автомобиль. Это твой главный соперник. Он был победителем в прошлом сезоне. В гонке Ле Мана автомобили разделены на 4 класса. Тебе достаточно победить только в собственном классе. Месте в своем классе. Отлично, Даниил. Ты лидируешь в своем классе.
место. Неплохое место. Этот гонщик сейчас на своей любимой трассе, но ты сможешь его сделать. В гонке Лимана автомобили разделены на 4 класса. Тебе достаточно победить только в собственном классе. Отлично, Даниил. Ты лидируешь в своем классе.
Ты почти попал на поле. Этот парень обожает эту трассу. Сделай его! В гонке Лемана автомобили разделены на 4 класса. Тебе достаточно победить только в собственном классе. Эй, дружище! Я тебя догнал! Лемана автомобили разделены на 4 класса. Тебе достаточно победить только в собственном классе. Эй, дружище, я тебя догнал! Отлично, Даниил. Ты лидируешь в своем классе.
гонка, ты на четвертом месте. Этот парень ведет по очкам, так что он твой главный соперник. В гонке Лемана автомобили разделены на 4 класса. Тебе достаточно победить только в собственном классе. Эй, дружище, я тебя догнал! Отлично, Даниил. Ты лидируешь в своем классе. Ты на втором месте в своем классе. Напарник идет прямо за тобой. Неплохое достижение.